Привет, друзья! Россия продолжает модернизацию ракет. Крылатая сверхзвуковая ракета П-800 «Оникс», входящая в состав береговых ракетных комплексов «Бастион», была модернизирована Россией. Новая версия ракеты «Оникс» получила более технологичные головки самонаведения, которые способны атаковать цели противника более эффективно, нанося удары с минимальным углом отклонения. Также ведется работа по обеспечению неуязвимости ракет «Оникс» к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Как сообщается, новые характеристики ракет уже подтвердились при испытании. Ракеты П-800 «Оникс» изначально предназначались для поражения кораблей противника, но благодаря нововведениям они стали эффективным средством удара по наземным объектам. Противокорабельная ракета «Оникс» была разработана еще в 80-х годах, но поступила на вооружение лишь в 2002 году. Один комплекс «Бастион», оснащенный ракетами «Оникс», способен оборонять побережье протяженностью более 600 километров. Дальность полета ракеты «Оникс» до 600 километров. Модернизированная версия ракеты «Оникс-М» способна поражать цели на дальности до 800 километров. Ракеты «Оникс» стоят на вооружении надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России, а также используются в береговых ракетных комплексах «Бастион». Также ракеты имеют и шахтное базирование. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.